Победителей конкурса региональных аудиопрограмм «Вместе радио» в Приволжье назвали в Самаре. Среди них и передача «Великий и могучий» продюсера «Таван радио» Анжелики Ивановой. Она выходит в эфир каждую неделю. Смысл программы заложен в самом названии. Она о русском языке. «Великие и могучие» выходят каждый понедельник. Ведущие знакомят слушателей со значениями слов, рассказывают о тонкостях русского языка, учат говорить правильно. Вместе с «Великим и могучим» за звание лучшей тематической программы боролись еще 50 передач из разных регионов страны. Теперь победители регионального этапа ждут в апреле в Москве. В Самаре собирались представители окружных радиоканалов. Для них были организованы экскурсии и мастер-классы.